Привет, друзья и гости моего канала! Добро пожаловать! Меня зовут Наталья, и сегодняшний обзор будет моих покупок по каталогу номер один компании Oriflame. Я знаю, что есть зрители моего канала, которые давно уже не видели моих обзоров, и наверняка им интересно, что же я купила и что у меня есть. Итак, друзья мои, сегодня подробнейший обзор, что я купила. Вот такая вот коробушка. Вот она, коробушка. Сейчас покажу, что в ней внутри, и мы с вами подробно посмотрим, что же интересного у меня здесь, как бы показать, чтобы все не вывалилось, не упало. Вот здесь, а тут добра много и хорошего. Заверяю вас, точно хорошее, потому что есть что взять в этом каталоге. Есть замечательные скидки, потому что идет распродажа, зимняя распродажа. И есть продукты из моей любимой серии Novage, которые идут сейчас с огромными скидками, и которыми я постоянно пользуюсь и рекомендую, и даю отзывы свои, честные, независимые отзывы, потому что у меня уже ни одна баночка использована этих средств, и я с удовольствием их заново покупаю. Есть новинки, куда без них, я люблю новинки. Люблю всякие разные новиночки, есть витамины. В общем, мы сейчас будем с вами подробно смотреть. Кому интересно, друзья, присоединяйтесь, смотрите, потому что вдруг кто-то, посмотрев вживую, захочет себе это тоже приобрести. Одно дело видеть на картинке в каталоге, а другое дело видеть, когда это реальный продукт, как он выглядит. Можно посмотреть, подсмотреть через камеру, увидеть. И, возможно, даже в себе тоже взять любимый и заказать. Как раз самое время уделить себе любимый. После всех постновогодних рождественских праздников начинаем заниматься собой. Итак, смотрим подробный обзор продуктов, которых я приобрела в каталоге номер один компании Oriflame. Смотрим, ставим лайки, задаем вопросы, комментируем, я с удовольствием все посмотрю, почитаю и вам отвечу. Чем могу, как говорится, тем и помогу. Итак, друзья, смотрим подробно мой заказик. Давайте пробежимся. Что же я купила в первом каталоге Oriflame 2022 уже года? Сейчас давайте начнем. Давайте начнем с новинок. Это гели для душа. Их вообще 5, в каталоге представлено 3 вида, я взяла 2. В следующем докуплю, сделаю полный обзор по этим гелям для душа. Paradise и Soft Cuddly. Вот такие вот. Это с миндальным молочком, а это такой бодрящий цитрусовый. Объем у них 250 мл. PH нейтральная формула. И биоразлагаемая формула. Мне это очень нравится, так же, как и в Love Nature. Теперь уже и во всех. Теперь уже и в этой серии есть биоразлагаемый компонент. Вот такие вот гели. Они идут по акции. Покупаешь 2, там скидка получается. И мыло, соответственно, этих же гелей. Вот такое вот мыло. Я люблю мыло Oriflame, постоянно его покупаю. Оно очень хорошее. Сколько у нас здесь? Вес 90 грамм. Вот он, 90 грамм. И вот это вот из новиночек. То, что я взяла из новинок. Взяла по акции. Это средство для снятия лака с ногтей. Очень хорошее. Мне оно нравится. Супер предложение каталога. Это, конечно же, на серию Novage. Я не могла пройти мимо, и это стоящее, то, что нужно взять и во что вложить деньги. Это средство для ухода за кожей, драгоценные капсулы, 6 видов масел для лица. То есть сейчас зимний период, особенно коже необходимо питание. Поэтому вот эти драгоценные золотые рыбочки я, конечно же, не прошла мимо. И купила себе очередную баночку. Я уже не знаю, сколько у меня их было. Вообще не считаю. Просто покупаю, когда заканчивается, и покупаю. А здесь у нас 30 капсул. 30 рыбок, да, вот 30 капсул.
И они сейчас идут в каталоге вообще по очень привлекательной цене. Конечно же, стоит это взять. Видите, 6 масел. Масла идут холодного отжима, тем самым сохраняя полезные свойства для нашей кожи, например, перенести полезные свойства, чтобы наша кожа получила как можно больше витаминов, больше питательных веществ. Это серия Novage. Обратите особое внимание. Также в серии Novage идет по специальной цене, по распродажной, идет замечательная волшебная масочка ночная. Это вот тоже серия Novage с двумя экзотическими маслами Инка, Инча и Капуасу. У меня есть подробное видео, я сюда вставлю ссылочку и добавлю в описание по этой масочке. Я ее не покупала в этот раз, потому что она у меня есть. Видите, я активно ею пользуюсь. Прекрасный аромат. И обратите внимание, что они идут как раз там на страничке в тандеме со скидкой. Вот эта вот люксовая серия Novage по уходу за кожей и лица. Также питательная увлажняющая масочка. Если это масла, капсулированное масло, то это идет крем. Кремообразная масочка. Ее мы применяем двумя способами, либо как маска, либо как крем для кожи, для ухода за кожей, ночной крем. То есть вместо ночного крема можно 1-2 раза в неделю использовать, что, собственно говоря, я и делаю. Я редко ее использую по прямому назначению как маска, я ее использую как ночной крем. Наношу тонким слоем вместо ночного крема, и великолепный результат. Мне очень нравится. Поэтому обратите внимание вот на эти два продукта, которые сейчас по очень-очень сладкой цене идут в каталоге. Также по прекрасной цене идет серия Royal Velvet. Вот такой наборчик состоит из трех компонентов. Это маска подтягивающая, это идет крем для кожи вокруг глаз и дневной крем для кожи. Консистенция крема густая, довольно-таки такая плотненькая, 15 миллилитров объем, видите, тяжело, так вот хорошо выдавливается, вот она густая капелька, подтягивающий крем, прекрасно впитывается, мне она очень нравится, эта серия, для ухода за областью кожи вокруг глаз. И, естественно, идет 50 миллилитров, это дневной крем. Вот такая вот баночка красивая, дневной крем из серии Royal Velvet с SPF, сколько здесь, 15, по-моему, да, 15, SPF 15, изофлавоноиды черного ириса идут нам в помощь по уходу за кожей лица. Там, конечно, инструкция. Это все есть. Итак, вот такой наборчик идет при заказе там на определенную, на 1500, по-моему, делаешь заказ, тебе вот этот наборчик идет по прекрасной скидочной цене. По-моему, в каталоге она всего 1000 рублей. Ну, вообще даром, я считаю. Это каталожная цена. А для зарегистрированных партнеров там еще дешевле. Взяла зубную щетку. Вот такого вот интересного бледно-бирюзового цвета, голубого. Взяла блеск для губ. Слушайте, мне он так нравится. Он не липкий и прекрасно на губах. Вот плотненькая такая кисточка хорошая. И сейчас посмотрим. Вот такой вот блеск. Здорово. И на губах он очень приятный. Не липкая консистенция. Ничего из серии The One. Обратите внимание. Сейчас у меня 42 337, по-моему, код, если правильно вижу. А взяла также тушь новиночку из серии The One Гипнотик. Ее снимали с производства, потом ее, значит, по многочисленным просьбам консультантов и покупателей ее вернули вновь. То есть вот она вновь вернулась в каталог. Иногда лучшие продукты сначала вроде как компания убирает, но потом по желанию своих партнеров и по желанию клиентов их возвращают. То есть вот, кто ждал, пожалуйста, тушь. Взяла кисть для бровей, скошенная кисточка для бровей, сейчас как раз она идет по скидочке. Также у меня оформлена подписка на детские витамины.
Вот она, мультикомплекс, мультивитамины и минералы. Сейчас начнется такое межсезонье, ближе к весне. И, конечно же, деткам тяжело переносить, так же, как и взрослым, это межсезонье. То есть, чтобы не было утомляемости, не было каких-то раздражающих факторов, мы добавляем в рацион необходимые витаминки. Также заказала крем для кожи вокруг глаз из серии Novage Collagen Brightly Power. Крем для кожи вокруг глаз. В отличие вот от Royal Velvet, у него идет вот такая вот помпа, и кремик выдавливается несколько раз, и вот он. Он, конечно, по, скажем так, не такой плотный, а более такой облегченный. Текстура облегченная, чем у, например, у Royal Velvet. Здесь вы уже видели, что она такая плотненькая. Текстура плотная, но проникает в кожу очень хорошо и, то есть, распределяется хорошо. А также взяла патчи. Вот такие вот жизнерадостные патчи из киви, увлажняющие. Вот так вот они выглядят. А сейчас они идут со скидкой. Код у них 41696. Вот такие жизнерадостные. Из новинок губка для душа. Как раз вот из этой серии. Из этой серии, которая идет вот с гелем. Это из новинок. Ну и набор полотенец. Здесь он, конечно, в экран не входит, поэтому я оставляю здесь ссылочку на подробный обзор вот этих шикарных банных полотенец. Набор банных полотенец. У меня есть код, у них 44591. Да, 44591. Есть, обязательно посмотрите, потому что есть возможность еще заказать их по привлекательной цене. Супер мягенький полотенчик. Оно просто, вот я сейчас беру, тактильно прекрасные. И в завершении, у меня еще есть, конечно же, каталог следующего периода. Это номер 2 с новыми скидками. И что я еще взяла по привлекательной цене, по распродаже, потому что январский каталог — это распродажа, это зимний сейл идет. Я взяла средство для умывания с апельсином, и органический апельсин, и экстракт органического абрикоса, то есть для сияния, очищающее средство для лица. Вот это я взяла. Посмотрите, какой сочный цвет. И что у нас здесь? Вот она, гель. Пахнет вкусно, поверьте. Апельсин и с абрикосом. Объем у нас 125 миллилитров. А код у него 35910. Все, теперь уже точно все мои покупки, которые я сделала. Поэтому, если в чем-то нужна помощь, оставляйте комментарии. Будем разбираться, буду помогать. Всегда отвечаю на комментарии, всегда помогаю, если вдруг у кого-то возникают какие-то вопросы по продукту. Поэтому смело можете спрашивать, чем могу, как говорится, тем помогу с удовольствием. Все, что знаю сама. Все, на этом все. Приятного просмотра, до новых встреч. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И пока-пока.